Решил я, значит, поиграть в Roblox, а он не работает. Вообще. Мы знаем, что существует проблема с Roblox, наша команда активно работает над этим. Да вы чё, обалдели, Roblox, чё он у вас так часто ломается? Сегодня я вам расскажу, почему Roblox снова не работает, что случилось, но перед тем, как ты посмотришь этот видеоролик, обязательно подпишись на канал и поставь свой лайк. Погнали, легендарные внучата. Кстати, чтобы узнать, когда Roblox заработает, обязательно заходи в мой телеграм-канал Бабка Шоу, потому что именно там я скажу первым делом, что Roblox заработал. Нужны робуксы? Тогда тебе на playrock.com. Playrock.com — это маркетплейс игровых товаров и услуг, в котором более 400 игр и приложений и широкий ассортимент игровых товаров. 400 робуксов по скидке 10% за 359 рублей. Донат осуществляется легально через официальный магазин в игре. Покупка совершается в пару кликов. Выбирай нужный товар, оплачивай удобным тебе способом, 10 минут и все. 400 робуксов у меня на аккаунте. Также помимо доната можно купить аккаунты либо предметы. С PlayRock покупка робуксов становится проще. Рейтинг 5.0, более 1 000 000 отзывов, оставленных после покупки. С PlayRock.com ваши покупки всегда в безопасности. PlayRock.com — быстро, надежно и безопасно. Ссылка в описании. На самом деле Roblox работает с перебоями уже около 10 часов, и на это есть огромная причина. Вчера вышло обновление 2.0 в Blox Fruits. Соответственно, добавили очень много нововведений, и огромнейший просто онлайн был на старте обновы. Из-за этого Roblox перестал работать. То же самое, как всегда, было с Adopt'ом, потом было с PetSim'ом. И как раз-таки вчера вечером вышло обновление в Blox Fruits, поэтому Roblox лег. Даже сейчас с ошибкой в Blox Fruits играет 500 тысяч человек. Ночью, вы понимаете, играет 500 тысяч человек онлайна. Когда такое было? Я снимаю видеоролик сейчас на часах 6:34 по московскому времени, и в Blox Fruits 453 тысячи человек. Вы прикиньте, насколько это много. Что касательно даун-детектора, вы просто посмотрите, что происходило ближайшие 24 часа. Вот такие вот ошибки. 54 тысячи репортов. Здесь тоже 52 тысячи репортов. Сегодня утром 52 тысячи. И вот прямо сейчас 17 тысяч активных репортов. То есть ошибки до сих пор продолжаются. А посмотрите просто сюда. Сейчас 18 комментариев. Мы их открываем few seconds. То есть здесь вот оп. Один новый комментарий, и все пишут, что Roblox не работает. Офигеть, просто спам. Смотрите, прямо сейчас в Роблоксе ошибка, желтый инцидент, не красный, слава богу, но желтый — это тоже не очень хорошо. Они нашли проблему, начали ее решать, потом еще нашли проблему, и потом снова начали решать пути. Вот, то есть смотрите, мы, короче, нашли проблему и продолжаем искать ее решение. То есть эта проблема началась еще в 16:28 по их времени американскому, и уже 8:52 они все еще ее не пофиксили. Да, конечно, не круто. Смотрите, все не работает вообще. Это просто трэш. В общем, обязательно заходите в мой телеграм, будем ждать. Все это произошло из-за того, что Blox Fruits нагрузил Roblox, и будем надеяться, что это все быстро пофиксят. И мы сегодня в воскресенье сможем поиграть в Roblox. Обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайк.